Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і в нашій студії гість. Сьогодні у нас у гостях Сергій Антонович Жебрак, начальник управління державного нагляду контролю у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Сергій Антонович, давайте почнемо з того, что вы расскажете нашим телезрителям о том, что больше всего беспокоит службу чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период. И какая ситуация на сегодняшний день сложилась в нашей области с пожарами? Значит, традиционно с наступлением холодов начинается активное использование электрообогревательных и теплогенерирующих устройств, как в жилом секторе, так и на объектах субъектов хозяйствования. И зачастую это приводит возникновению пожаров, гибели людей на них. Из-за элементарного несоблюдения правил пожарной безопасности при пользовании электрообогревательными, газовыми приборами, а также при эксплуатации печного отопления. На сегодняшний день с начала года в нашей области возникло более 2500 пожаров, на которых погибло 62 человека, из них трое детей. Ущерб от пожаров составил более 40 миллионов гривен. На пожарах, которые происходят в жилом секторе, больше всего гибнет людей, до 90%. И причины этой гибели, прежде всего, от удушения угарным газом, порядка 80% от количества погибших, и уже от факторов горения до 20%. Насыщение квартир на сегодняшний день и жилых домов всевозможной бытовой техникой, синтетическими и другими горючими материалами приводит к тому, что даже небольшое возгорание превращается в пожар, от которого в дыму могут погибнуть люди. Основным условием, способствующим гибели людей на пожарах, является состояние алкогольного опьянения. По данным статистики, до 65% от количества погибших находились в данном состоянии. Также гибели сопутствуют и преклонный возраст, инвалидность и оставление без присмотра малолетних детей. Трагический случай у нас произошел 6 ноября в селе Благодатном Арбузинского района. На пожаре погибло трое детей 2012, 13 и 14 годов рождения. У нас есть сюжет по вот этому трагическому событию. К величайшему сожалению, действительно, наверное, нет ничего страшнее того, когда гибнут дети. И для матери, которая осталась, и, в принципе, наверное, до конца жизни, к величайшему сожалению, будет винить себя в том, что она ушла. И действительно, она ушла в магазин за хлебом, вышел человек. Это ситуация совершенно житейская. И это заняло каких-то несколько минут, как ей казалось, да, но вот за эти несколько минут дети, оставленные без присмотра, к сожалению, погибли. Давайте посмотрим сюжет, потому что нужно сделать выводы. Молода мати залишила малечу вдома та пішла по своїх справах. Сусіди побачили густий дим, що виривався з вікон, та викликали рятувальників і медиків. На плиту розтопила, ну, вийшла в магазин по хліб чи побігла. Навірно, десь жаринка впала. Мені дуже жалко. Помощі не було ніякої. Вона, як мама, вона старалася для дітей. Поки їхала допомога, люди із самотужки винесли двох хлопчиків та півторарічну дівчинку на свіже повітря. Втім, врятувати дітлахів не вдалося. По прибуттю на місце пожежі було виявлено, що вогнем охоплена повністю будівля силами особового складу та добровільно-пожежної дружини Благодарського птахопрому був даний пожар ліквідований. Ймовірною причиною загоряння ДСНСівці називають несправне пічне опалення. Тим часом згорьована мати у стресовому стані перебуває у реанімації місцевої лікарні. Ну, вот такое печальное событие. Я, знаете, какой хочу вопрос еще задать. Мы видели бригаду пожарных. Вот условия доезда, да, как, насколько быстро среагировали, насколько вообще вот в наших условиях по дорогам сельским, которые, к большому сожалению, не являются в хорошем состоянии, мягко говоря, насколько выполняется вот условия доезда, да, сколько это должно быть, насколько в этом случае была оперативно оказана помощь? Знаете, есть различные нормативные документы,
прежде всего, государственные строительные нормы, которые указывают четко, на каком расстоянии или в радиусе, в каком радиусе должны быть находиться пожарно-спасательные подразделения. Но жизнь, она вносит свои коррективы, жизнь, да, вносит свои коррективы. Мы это знаем. И, как вы с этим справляетесь? Значит, у нас на сегодняшний день продолжается работа о создании местной пожарной охраны. Вот, например, в Арбузинском районе, это в селе Благодатное, как раз там, где и произошло это трагическое событие, есть одно подразделение, которое первым прибыло на ликвидацию данного происшествия. Но мы все должны понимать, что удачная ликвидация пожара, особенно в жилье, возможна на протяжении очень маленького количества времени, порядка 7-8 минут. Ну, в данном случае... Ну да, пока дым не стал вырываться на улицу, к сожалению, никто не замечал о том, что там происходит. Уважаемые телезрители, что мы можем сказать, да, с вами по этому поводу? Единственное, что действительно нужно делать выводы, нужно помнить, всегда помнить о том, если что-то включаешь или если есть печное отопление, в обязательном порядке за ним нужно следить. И, конечно же, ни в коем случае не оставлять одних детей, когда... включены электроприборы, когда работает печное отопление. Нужно стараться, потому что такие трагедии, они ничем не закроются, они никогда не восстановятся, они никогда не забудутся, и самое страшное, что сделать, исправить уже совершенно ничего нельзя. И вот причины пожаров для осенне-зимнего периода, то есть печное отопление, мы уже увидели результаты вот его неправильного использования, что еще? Про печное отопление хотел бы еще ниже остановиться. Конечно, мы поговорим, просто сейчас перечислим, да? А по причинам необходимо сказать, что первая причина для данного периода – это неосторожное обращение с огнем. Вторая причина – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. И третья причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Вот, кстати, неосторожное обращение с огнем. Давайте чуть больше ему уделим внимание. Стандарт – это когда… Вот все мы знаем, да, даже есть плакаты, и были они в советское время, и сейчас такие агитационные о том, что курить в постели никогда вот в жизни не надо. Тем не менее, это продолжается. В кресле, да, перед телевизором. Да, кстати, совершенно не обязательно быть при этом в состоянии алкогольного опьянения, тоже такие случаи есть. Что вы делаете для того, чтобы все-таки люди восприняли, что этого делать категорически нельзя? Если уже состоялось, дай Бог, да, что можно, как исправить? Мы можем сделать в данной ситуации возле каждого сотрудника государственной службы по чрезвычайным ситуациям не приставишь. Естественно, это естественно, конечно. И понятно. Единственное, что мы можем в ситуации, самое, я считаю, большое делать, это максимально доводить до граждан правила пожарной безопасности, показывать, что, какие действия могут к каким случаям привести. И если говорить уже по данным причинам, о которых я начал, я хотел бы сказать вот именно для данного зимнего периода. Это перегрузка электрической сети. Мы, если стандартно включаем в сеть, допустим, одни приборы в летнее время, то в зимнее время с наступлением холодов мы максимально включаются электроприборы, идет перегрузка электросети, как правило, от старения естественного идет пробой, и это заканчивается коротким замыканием с последующим горением, если есть для этого соответствующие факторы. Вторая причина – это использование электрооборудования, электронагревательных приборов, прежде всего кустарного изготовления с открытой спиралью. Мы тоже понимаем все, что это такое, и при попадании других сторонних предметов возникает возгорание или когда этот предмет падает на горючий материал, это тоже одна из причин. Поэтому необходимо за этим следить и использовать только электронагревательные приборы заводского изготовления с соответствующим сертификацией и порядке инструкции по их эксплуатации. И даже возле них или на них ни в коем случае, наверное, нельзя сейчас вот дождь, снег, там как-то ребенок пришел, подсушить, катался. Что-то да, нужно подсушить кому-то. Это любимое занятие. Поставить рядышком, ой, как сейчас быстро все высохнет. Наверное, но нужно помнить, что еще и может загореться. Да. И третья ситуация, которая на сегодняшний день становится актуальной, так как социально-экономическое положение ухудшается, люди переходят к независимому, альтернативному источнику отопления, к печному.
Ну, кто-то возвращается, кто-то переходит, покупает твердотопливные котлы и начинает его эксплуатировать. Но забыл уже о элементарных правилах пожарной безопасности при их эксплуатации. И вот как раз по этому поводу у нас есть сюжет. Сюжет о рейдах, которые проводят сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. Именно вот в том секторе, да, приходят к тем людям, у которых есть печное отопление. Давайте посмотрим, дальше будем говорить. Миколаївські вогнеборці спільно з представниками територіального центру соціального обслуговування Корабельного району навідалися до жителів приватних домоволодінь та розповіли про основні причини виникнення пожеж у осінньо-зимовий період, а також про наслідки, до яких вони можуть призвести. Сегодня вместе с представителями служби спасіння провели рейд в жилому секторі. По связи с отопительным сезоном в тех домах, в которых печное отопление. Сегодня была проведена работа с целью разъяснения людям о правилах поведения в быту, правилах пользования печного отопления совместно с представителями социальной защиты населения. Были розданы листовки. Також вогнеборці звернули увагу людей на ті першочергові заходи, які слід здійснити до початку експлуатації опалювальних приладів, серед яких повна перевірка справності пристрою та прочищення димоходів. Загалом протягом рейду було охоплено близько 30 осіб. Вот такие рейды, это у вас уже традиционное мероприятие, то есть они и осенью, и на протяжении всей зимы происходят. А что вот раздаются листовки? Вот давайте, какие меры пожарной безопасности, наверное, в этих листовках правильно все четко написано. Давайте повторим, что это, как этим пользоваться. Если конкретно мы говорим, там сюжет был немножко, и мы конкретно говорим о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, но это тоже у нас указаны основные вопросы в этих листовках. Допустим, если конкретно у нас речь идет по печному отоплению. Я хочу повторить для всех, что если мы об этом говорим, прежде всего, кто планирует переходить на печное отопление, должны понимать, что каждая печь должна быть на отдельном фундаменте. Кроме этого, она не должна примыкать к деревянным элементам перекрытия или перегородок. Между ними должна быть соответствующее воздушное пространство. Также запрещается в виде труб использовать керамические, в виде дымоходов. Из керамических материалов изделия, из асбеста, цементного состава или металлические. Для этого нужно исключительно использовать огнеупорный кирпич. Есть специальный кирпич, который выдерживает соответствующую температуру в самом дымоходе. Кроме этого, если мы уже имеем существующую печь, каждый должен понимать, что при начале ее эксплуатации, перед зимним периодом, нужно провести профилактический осмотр, просмотреть, где есть какие трещины заделать, в обязательном порядке очистить от сажи. Это нужно делать каждый год. Это может, я прошу прощения, может делать сам хозяин, или все-таки в обязательном порядке нужно вызвать специальную службу или же печника, кто этим может заняться профессионально? В обязательном порядке это должен делать исключительно квалифицированный печник, который понимает устройство печей и может своим профессиональным взглядом выявить какие-то неполадки, которые в дальнейшем могут, из-за которых может возникнуть пожар. Такие специалисты есть в службах определенных, или же можно все-таки воспользоваться каким-то телефоном, объявлением? Вот как лучше сделать? Традиционно в каждом районе, в каждом городе есть такие службы, есть организации, которые этим занимаются. Может быть, их количество на сегодняшний день уменьшилось в связи с тем, что активно мы переходили на газовое отопление. Но сейчас они возрождаются, и эта профессия снова становится актуальной, быть и востребованной. По этому поводу у нас есть еще информация? По печи я еще буквально основных несколько аспектов. Вы должны понимать, что возле печи в обязательном порядке должен быть металлический лист с размерами 50×70, выполненный без дефектов. Мы понимаем, для чего, если окалина какая-то выпадает, чтобы это она не выпала на покрытие напольное, на линолеум, на деревянный пол, она выпала и осталась на том металлическом листе. Второй момент, из-за которого возникают также пожары, когда мы вблизи от печи производим сушку белья или подсушиваем дрова. Значит,
о том, как правильно эксплуатировать еще печь, каждый должен понимать, что до, самое главное, в жилье за 2 часа до сна необходимо прекращать работу печи, для того, чтобы убедиться и ложиться спать в полном порядке, понимать, что все будет в порядке. Что нет угарного газа, не идут эти продукты горения в дом. И у нас еще каждый год есть случаи, когда при разжигании печи люди получают ожоги, так как пользуются легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин, керосин для этих целей. Ну, производится хлопок, и различной степени тяжести ожоги происходят лица или тела в целом. Ну, это кратко о самых элементарных правил безопасности. Действительно, правила достаточно простые, запомнить их также достаточно просто, но их выполнение, неукоснительное выполнение ведет к тому, что действительно в вашем доме будет тепло, уютно и безопасно. И давайте посмотрим такой небольшой, маленький рекламный ролик, и называется он «Контролируй мелочи в быту». У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Вот действительно, ответственность, она действительно спасает жизнь. И это не просто слова, это то, что подтверждается вот такими вот, большому сожалению, случающимися еще в нашей жизни такими печальными случаями, как пожар, как утрата материальных каких-то благ, да, дома своего, и самое страшное – это утрата наших близких. Продолжаем дальше. Есть у вас еще замечательные такие вещи, как работа с детьми, правильно? Это самая, наверное, такая восприимчивая аудитория для того, чтобы воспринять информацию, запомнить ее, а еще лучше передать родителям. И родители, которые смотрят на детей, они тоже воспринимают эту информацию, наверное, с радостью и интересом, потому что это рассказал их ребенок. Давайте немножечко поговорим о профилактической работе в целом и вот в школах. Если говорить о профилактической работе в целом, нужно остановиться на том, что в области у нас разработан комплекс специальных мероприятий, который утвержден распоряжением главы облгосадминистрации номер 340, которым определены роли каждой службы, задействованной при донесении до наших граждан мер пожарной безопасности. И это категории разные, да? Есть социально незащищенные, с ними проводится работа отдельная, да? И по факту гибели детей также, и приняты документы, и отдельная работа проводится, и по вот широкой такой профилактике это учебных заведений. Да, давайте о них. Если о них говорить, значит, прежде всего... По порядку. Мы должны довести данную информацию до категории так называемой группы риска. Угу. Группа риска – это и многодетные семьи, и инвалиды, одинокие. Это лица, злоупотребляющие спиртными напитками, а также те граждане, которые временно оказались в трудном финансовом положении. Это наша данная категория. В каждом районе и городе нашей области данные списки есть и находятся в сельских советах и в соответствующих службах. И первоначальная наша задача, так как в первую очередь в данных семьях происходят такие случаи, донести данную информацию. Мы выходим на место. Начали такую практику, как комиссионный осмотр жилья с целью составления акта и донесения информации до органов власти местного самоуправления, что конкретно по адресу и где необходимо сделать для того, чтобы предотвратить пожар. Что касается детей, здесь у нас разработан также комплекс мероприятий. Мы это поэтапно, наша служба в районах и городах обхватывает все школы и садики ежегодно. На протяжении года эта работа не прекращается, это, как вы правильно сказали, самая восприимчивая категория, в которой откладывается то, о чем они разговаривают, что они в руках держат. И у вас замечательные, очень интересные акции всегда, то есть они действительно на ту аудиторию маленькие, вот для них информация, как для малышей, ну, она интересная, яркая, а для более взрослых ребят она другая, уже более серьезная. На сегодняшний день мы активно основной акцент проводим на предупреждение травмирования и гибели на пожарах, а также действий при выявлении взрывоопасных предметов. Ну вот послушать это хорошо, да, лучше всего увидеть. У нас есть сюжет. Опасно.
Спочатку учням показали фільм-презентацію про співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У ньому йшлося і про професію пожежника-рятувальника, про надзвичайні події, ситуації, наслідки яких доводиться ліквідовувати вогнеборцям. Також дітям розповіли про поняття пожежа, причини її виникнення і наслідки, до яких призводить необережне поводження з вогнем. Діти узнали дуже багато нового матеріалу о видах пожежі, о видах тушения пожара, о средствах, которые используются сегодня, о правилах тушения пожара, о взрывоопасных веществах. Рятувальники акцентували на тому, що однією з головних причин залишається все ж людський чинник. Особливу увагу і враження дітей викликала статистика виникнення пожеж на території нашого краю і кількість загиблих дітей в результаті цих подій. Ну, у мене було ново, що два види огнетушителів, то, що одним огнетушителем лучше пользоваться в определенной ситуации, а другой, ну, в другой ситуации. Для себя узнал, что в Украине есть самолеты, которые тушат пожар, и водолазные группы, и все. Остальное я знал, потому что у меня папа тоже военный, как бы, и он там рассказывает много чего. Дітям розповіли про статистику виявлення боєприпасів на території нашої області. Вчергово нагадали, як не слід поводитись із подібними небезпечними знахідками. Ми розказали дітям правила поведіння в случае відчуття запаху газу. Лекція пройшла в живому діалогі, і дітям, я сподіваюся, запам'ятається ця інформація. Наостанок рятувальники нагадали учням і номер екстреної допомоги 101. Действительно, наш номер 101, да, знакомый нам номер, номер службы, которая всегда придет на помощь. Главное вовремя вспомнить о том, что нужно набрать этот номер. А еще лучше, для того, чтобы не пришлось вот в таких ситуациях обращаться, да, быстро в панике что-то вспоминать, лучше вот все, о чем мы говорили с Сергеем Антоновичем, помнить и выполнять. А новогодние праздники – это большая радость, ну и большая ответственность. А какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке елки, потому что многие уже начали этим заниматься. И у нас есть видео по рейду. Давайте про елку и потом рейд. Если говорить про елку, для того, чтобы этот праздник прекрасный себе не испортить и окружающим, необходимо помнить следующее, что елку нужно устанавливать на негорючей и устойчивой основе, ну, для понятных причин, чтобы она не упала на другие предметы и материалы. Елка не должна касаться ветки елки до стен и до потолка. Не следует устанавливать елку на выходах и на проходах, ну, так как это является путями эвакуации, это тоже понятно. Определенное внимание необходимо уделять выбору иллюминации на этой елке. Значит, прежде всего, это оборудование должно быть исключительно сертифицировано, потому что вы понимаете, что это основное, что может произойти из возгорания. Если этот гирлянда сертифицирована, значит, она уже безопасна к эксплуатации. При оформлении елки необходимо также предусматривать то, чтобы на нее не попали горючие материалы, не украшать ватой различными бумажными и другими горючими изделиями. Также не пользоваться вблизи свечами, бенгальскими огнями. Уходя из дома, необходимо всю иллюминацию в обязательном порядке выключать для того, чтобы исключить данную причину возникновения пожара. Пиротехника. Пиротехника тоже хорошая, яркая, красивая составляющая новогодних праздников, но тоже с ней есть определенные проблемы. Давайте посмотрим видео, будем говорить его, комментировать и в ходе него уже будем говорить о том, что нельзя категорически делать при эксплуатации пиротехнических изделий. Это у нас с продавцами, да, общается ваш сотрудник? Да, это у нас идет рейд по продаже пиротехнических изделий, где мы проводим разъяснительную работу и рассказываем и покупателям, и продавцам, указываем на то, что продукция не сертифицирована. Поэтому к выбору пиротехники нужно относиться серьезно. Прежде всего, нужно смотреть на сертификаты, нужно смотреть на страну изготовителя в плане того, чтобы это была нормальная, безопасная продукция.
Так, когда мы ее уже купили, то есть понятно, вот все выполнили, все посмотрели, сертификаты проверили, принесли домой, начинаем с ней работать, да, начинаем уже создавать праздник себе и окружающим. Что нельзя категорически делать при эксплуатации? При эксплуатации категорически нельзя использовать пиротехнику в зданиях, на балконах, как это делают у нас в новогоднюю ночь. Также необходимо запускать изделие на улице на расстоянии 20 метров от зданий и сооружений. Нельзя ее запускать под деревьями, под линиями электропередач и возле потенциально опасных объектов, таких как автозаправочные и газовые станции и другие объекты промышленности. Кроме этого, нельзя наклоняться при том, когда вы поджигаете фитиль пиротехнического изделия. При хранении пиротехнического изделия нельзя забывать о рядом находящихся возможных отопительных или нагревательных приборов. Категорически нельзя находиться рядом данному изделию. Также нельзя разбирать самому пиротехнику, что-то добавлять, что-то с ней промышлять и давать пользоваться детям без взрослых, нахождения рядом взрослых. Большое спасибо за информацию. Я была рада видеть вас в нашей студии. Это полезная информация, это нужная информация, особенно вот перед праздниками, когда действительно всем нужно сосредоточиться для того, чтобы праздник был веселый, хороший, добрый, такой, как он должен быть, и счастливый. Я дякую вам за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.